На Украине назревает новый политический скандал, причем международный. В ряде местных СМИ появилась информация о том, что администрация бывшего президента Петра Порошенко требовала санкций на прослушку ряда зарубежных дипломатов, в частности, послов Франции, Германии, Беларуси, а также представителей миссии Международного валютного фонда. Все это со слов бывшего руководителя апелляционного суда Киева. Теперь эти факты лягут в основу нового дела против Порошенко. Сейчас он фигурант по меньшей мере 13 уголовных производств, в том числе по делу о хищениях в армии и давлении на судей.